Всем доброе утро, Москва, 20 декабря 2021 года, снег, идем на работу, сегодня работаем на погрузчике Hyundai, трехкубовом. Погода у нас идет небольшой снег, мороз, минус 6 градусов. Ладно, ребятки, будет что-то интересное, поснимаю. Не прощаюсь, до скорого, увидимся. День недели, понедельник, забыл сказать. Все на работу едут. Выходные закончились. Вот, ребят, сегодня работаем на таком погрузчике Hyundai ZL-25. Такой вот зверек. Работаем на буртовке снега.
ребятки, отработали 10 часов. Идем сейчас домой. Вот. Завтра опять будем работать. Мороз у нас усиливается. Где-то минус 12 градусов уже. Обещают до минус 18 в ночь. В общем, такое небольшое видео. Всем, кому понравилось, не забываем. До скорого, увидимся. Всем пока.